Доброе утро, уважаемые коллеги. Меня зовут Татьяна Чербакова. Я являюсь бренд-тренером профессиональной испанской косметики Germaine de Cappuccini. И сегодня на этом вебинаре я хочу поделиться с вами результатами проведенных курсом программ по лицу с разными клиентами разного возраста, разными эстетическими проблемами. Эти программы были проведены с фотофиксацией до и после, причем фотографии в разном свете были. Ну, я расскажу, что было использовано, какие продукты Germaine de Cappuccini и какие мы при этом получили результаты. Итак, начнем. Первый протокол исследования – это была программа по коррекции возрастных изменений. В Germaine de Cappuccini, как вы знаете, есть линия Expert Lab. Expert Lab – это уже космецевтика, это средства, которые имеют такую высокую концентрацию, пилинги, альгинатные маски. И эти средства можно добавлять в любые протоколы, а можно составить протокол из средств линии Expert Lab, что я, собственно говоря, и сделала. Ну и цель этого исследования была как раз-таки определить эффективность вот этих вот продуктов линии Expert Lab. И первый клиент, пациент, это женщина 45 лет с комбинированной кожей. Ну, проблемы, естественно, такие обычные: снижение тургора, морщины, сухость, покраснение, обезвоженность. И вот периодические воспаления, здесь имеется в виду, что у клиентки кожа достаточно еще и чувствительная, то есть она комбинированная немножечко с тенденцией к жирности, отсюда появляются воспаления, но также она достаточно чувствительная, реактивная, и очень часто появляются покраснения еще на лице, и кожа достаточно такая тонкая. И средства, которые были использованы в программе, это, естественно, средства из линии Options очищающие, и средства из линии Expert Lab, о чем сейчас немножечко поподробнее я расскажу. Значит, какие средства были использованы? Ну, так как это зрелая кожа, тонкая, сухая, плюс еще и чувствительная, то для очищения были использованы средства из линии Options, молочко и лосьон для как раз сухой и чувствительной кожи. Это очень мягкие продукты, которые можно применять абсолютно вообще при любом типе кожи, даже при очень чувствительной. Здесь очень такие смягчающие компоненты, успокаивающие. А лосьон, естественно, он не спиртовой, плюс содержит высокомолекулярную гиалуроновую кислоту, которая создает сразу же комфорт и увлажнение. Для демакияжа глаз и губ всегда использую жидкость базовую, которая подходит для абсолютно тоже любого типа кожи вокруг глаз, даже чувствительной, и даже для тех, кто носит контактные линзы. В качестве эксфолиации был использован пилинг из как раз линии Expert Lab, пилинг P40, это пилинг на основе 40% пировиноградной кислоты и 5% молочной кислоты. Этот пилинг, он как раз-таки направлен на коррекцию возрастных изменений, на уплотнение кожи, уменьшение морщин, уменьшение пигментации. Почему я выбрала именно этот пилинг? Кстати говоря, обратите внимание еще раз на то, что у клиентки кожа чувствительная и достаточно реактивная, и при этом все равно я использовала пилинг P40, который достаточно активен, и после него могут быть небольшие шелушения мелкопластинчатые, сухость, стянутость, то есть есть такой некий период реабилитации. Но почему пировиноградная кислота? Потому что она очень хорошо усваивается кожей любого типа, включая чувствительную. Пировиноградная кислота, она не вызывает никаких аллергических реакций, как правило. Она, попадая в кожу, частично трансформируется в молочную, а уж молочная кислота, она обеспечивает мощное, хорошее увлажнение и тем самым уплотнение структуры кожи. И также здесь в составе 5% молочная кислота. Так как pH от 1,5 до 2,5 значений, то мы, естественно, используем еще нейтрализатор.
который тоже есть в линии Expert Lab от Germain de Cappuccini. Ну, пилинг мы проводим, как правило, курсом, и здесь был, вернусь немножко, курс из 5 процедур, один раз в 7 дней, ну, как правило, примерно 5-6 процедур мы и делаем с таким пилингом, было 5 процедур один раз в неделю. Пилинг я проводила следующим образом. Было нанесено 3 слоя, и каждый слой, время экспозиции от 2 до 3, где-то примерно, ну, можно до 5 минут, но в данном случае я не более 3 минут держала его, каждый слой, и было нанесено 3 слоя, после чего проведена нейтрализация, и дальше пилинг был смыт. После чего я использовала маску альгинатную, тоже из линии Expert Lab, омолаживающую, которая представлена в виде 2 саше, здесь ничего вымерять не надо, все уже полностью готово, мы смешиваем, и получается очень такой комфортный, удобный альгинат, который хорошо наносится, не течет, достаточно времени для нанесения, и обратите внимание, маска это содержит демаи, это компонент, который воздействует на фибробласты, таким образом стимулирует синтез коллагена, и таким образом повышает значительно, причем повышает упругость кожи, а также ниацинамид, который омолаживает также, и центелла азиатская обладает очень-очень мощным успокаивающим действием, так как у нас здесь еще кожа и склонна к покраснениям, раздражениям, то эта маска, помимо мощного антивозрастного действия, также обеспечивает очень хороший противовоспалительный и успокаивающий эффект, особенно после пировиноградного пилинга. Дальше был нанесен концентрат с биоретинолом из линии Synergy H. Ну, Synergy H – это линия предшественницы Expert Lab. Постепенно она меняется, и продукты, они некоторые в таком же составе остаются, только меняется название, либо немножечко меняются. Ну, вот пока что биоретинол из линии Synergy H, но это тоже космецевтика. И почему биоретинол? Потому что здесь идет 0,35% ретинола, и я использовала именно его, и именно опять-таки потому, что кожа чувствительная. Бывает еще 1% ретинол, но он будет поинтенсивный, и вот для такой кожи, как у этой пациентки, он мог бы вызвать очень сильную реакцию. А ретинол в проценте 0,35, он как раз очень хорошо, комфортно переносился. Полностью впитывала этот концентрат и на завершение использовала эмульсию, тоже из линии Expert Lab, эмульсия с тоном. Это замечательный продукт, который является и домашним продуктом, мы его назначаем клиентам после каких-то процедур для использования в домашних условиях, но также я его очень часто применяю и в профессиональных программах, потому что он дает замечательные результаты. Ну, во-первых, это защита SPF 50. После того, как мы использовали пилинг плюс концентрат с ретинолом, естественно, нужна защита. Второе очень важно, что эта эмульсия, она обладает очень хорошим успокаивающим действием. Поэтому после каких-либо, ну, таких немножко, скажем, агрессивных процедур, да, которые сильно воздействуют на кожу, это будет еще и хорошее успокаивающее средство. Здесь есть комплекс AOX Pollution, это сильнейший антиоксидант, который вообще защищает кожу от агрессивного воздействия окружающей среды, что немаловажно после такой процедуры. Комплекс наноскин барьер, который защищает кожу от перепада температур. Ну, в наших погодных условиях это очень актуально и летом, и зимой, да, если летом на улице жара, в помещении кондиционер, то зимой все наоборот, на улице холодно, в помещении отопление. Соответственно, для кожи, а тем более чувствительной кожи, это очень сильный стресс. Стеклянный цветок планктона – это компонент, который выделяет планктон, это компонент, который является отражателем, то есть он отражает ультрафиолетовое излучение, таким образом защищая планктон от разрушения.
И плюс он обладает очень хорошим противовоспалительным успокаивающим действием. Ну и полипептиды – это тоже защитный компонент, который создает такую ультратонкую пленочку на поверхности кожи, защищая ее от, опять-таки, агрессивной окружающей среды. И плюс эта эмульсия, она с тоном, но здесь я хочу прям подчеркнуть, что тон – это не как в тональном креме, это не покрытие, а больше это похоже на BB-крем, и этот тон, он встраивается абсолютно в любой фототип, он не меняет цвет кожи, он просто его немножечко выравнивает и дает такое красивое свечение. Вот поэтому эта эмульсия, она идеально просто подойдет абсолютно любому клиенту, можно закрывать абсолютно любую процедуру и также предлагать этот продукт клиентам для домашнего использования, что тоже будет очень полезно и эффективно. Ну и вот теперь давайте посмотрим на результаты. Ну, во-первых, мы отмечаем здесь более четкий овал лица, потому что повысилось действительно благодаря вот этой маске, благодаря вообще всему вот этому сочетанию. Сочетание достаточно сильное, интенсивное, и пилинг, и ретинол, и маска сдымая. И мы действительно заметили укрепленную такую кожу, уплотненную, более гладкий такой, более гладкая текстура и, конечно же, благодаря пилингу более ровный тон. И обратите внимание, даже уже здесь на первой фотографии видно уменьшение покраснений и воспалений, что тоже немаловажно. И очень заметно уменьшение воспалений, более ровная такая текстура кожи в области подбородка. Но если мы посмотрим на щеки, мы также видим, во-первых, значительное улучшение тона кожи, вот легкое вот это сияние, свечение, причем здесь фотография была сделана без нанесения завершающего средства с тоном, без него, естественно, без SPF, и мы все равно видим здесь уже такой гладкий, ровный тон, красивый, и вот здесь вот в зоне, сейчас я такую вот указочку возьму, стрелочку, вот она, зона около волосистой части, мы видим, что она здесь до программы прям с покраснением, после программы более спокойная эта зона. Это уже немножечко при другом свете было сфотографировано, но мы фотографируем в специальном приборе, где разные варианты света, чтобы посмотреть более детально на разные проблемы. И так как у нас пациент с чувствительной кожей, с очень явными покраснениями, то здесь более выраженно мы можем увидеть разницу. И особенно мы эту разницу хорошо видим в области лба. Мы видим, насколько была краснота до курса процедур и как она снизилась после курса процедур. Вот на лбу и на подбородке особенно это заметно. И в результате, после 5 проведенных процедур, один раз в неделю, мы увидели, что уменьшилась обезвоженность кожи, она стала более гладкой, более ровной, наполненной, улучшился значительно, причем улучшился тон кожи, она стала светлее, она стала ровнее, уменьшилась краснота, чувствительность снизилась, повысилась упругость, это видно по именно овалу лица, кожа стала более плотнее, ну и в целом кожа стала выглядеть моложе. Соответственно, это всего лишь курс из 5 процедур. Естественно, мы каждому конкретному клиенту выбираем свою программу, и здесь на самом деле можно сделать больше процедур, и можно повторить, например, 2 раза в год в осенне-зимний период. Следующее исследование – также коррекция возрастных изменений, но здесь уже я беру не отдельные продукты из линии, а беру конкретно программу Time Expert Lift In. Это программа в виде пака, набора. Набор как раз на 5 тоже уходов. И также проводились 5 процедур, один раз в 7 дней.
И также мы смотрели эффективность этой программы при таких проблемах, как, опять-таки, снижение упругости, дряблость, гравитационный птоз, морщины, неровный тон кожи, обезвоженность и так далее. И программа Time Expert Lift In, она, в общем-то, и направлена на борьбу вот с этими возрастными изменениями, но главное, на именно борьбу с дряблостью кожи, с птозом. В состав этой линии входит комплекс V-Matrix, который разработала лаборатория Germain de Cappuccini. Этот комплекс эксклюзивный, уникальный, он входит только, естественно, в косметику Germain de Cappuccini. И этот комплекс включает в себя несколько разных ингредиентов, один из которых это биотехнологичный пептид, ацетилтетрапептид 2, который еще называют антигравитационным, ну в кавычках, антигравитационный пептид, который как раз и укрепляет, уплотняет структуру кожи и обеспечивает вот этот замечательный эффект лифтинга. Также V-Matrix включает в себя такой дуэт кальций и глюкоза. Это молекула, которая очень интенсивно притягивает влагу и таким образом уплотняет структуру кожи. Вообще вот эта молекула, она очень гигроскопичная, и она способна увеличивать свой размер в 1000 раз от первоначального. Также в состав этого комплекса входят олигосахариды земляного миндаля, которые тоже направлены на повышение упругости кожи, которые стимулируют выработку коллагена. И поэтому программа и называется 3D, потому что она работает в трех направлениях. Это борьба с птозом, это уплотнение кожи, это работа с морщинами. В данном случае пациент, женщина 48 лет, сухая, тонкая кожа, есть пигментные пятна, обезвоженность, естественно, потеря упругости и морщины. Для очищения, опять-таки, были использованы средства из линии Options, и здесь, поскольку это тоже зрелая кожа, тонкая, все то же самое, я использовала молочко и лосьон для сухой и чувствительной кожи. На этапе эксфолиации был использован пилинг из линии Expert Lab, пилинг М40 с 40% миндальной кислотой. Вообще, вот этот пилинг, он является таким мультифункциональным, его можно применять абсолютно в любой программе, в том числе, вот когда уже готовая программа в паках, все равно на этапе эксфолиации мы применяем пилинги, и вот здесь я использовала М40, потому что этот пилинг, он очень хорошо выравнивает тон кожи, уменьшает пигментацию. Но этот пилинг, он очень легко переносится, миндальная кислота имеет крупные молекулы, поэтому он вообще не требует никакой реабилитации, его можно делать перед выходом, если нужно хорошо выглядеть, не будет никакой стянутости, не будет никакого дискомфорта, он подходит абсолютно для всех, в том числе и идеально для возрастной кожи. Он повышает уровень увлажненности, выравнивает тон, текстуру, тоже уменьшает морщины, обладает даже антибактериальным действием. Такой, еще раз скажу, что мультифункциональный, очень универсальный пилинг, его можно, например, даже делать подросткам, потому что он еще обладает антисептическим эффектом. Ну, естественно, он используется с нейтрализатором, и дальше уже проводится программа. Еще раз скажу, что это набор, в который входит все необходимое для проведения процедуры. Соответственно, это сыворотка первого этапа, это этап активации, который мы полностью впитываем. Дальше в состав набора входит массажный крем, по которому я проводила авторскую технику массажа, называется Define Lift. Это тоже немаловажный момент в этой программе, потому что это очень интересная техника, она проводится необычно лицом к лицу, к пациенту. Ну вот вы даже на фотографии видите, что косметолог не сзади стоит, как мы привыкли, а лицом к лицу. И работаем сначала полностью с одной половиной лица, все движения идут наверх, движения энергичные, активные, и постоянно они, работа идет на вот такой тонус наверх, ткани поднимаем, потом полностью на другой стороне.
И благодаря вот такому интенсивному массажу мы как раз и видим очень выраженный эффект лифтинга. Улучшаются контуры лица, повышается упругость кожи, плотность, улучшается кровообращение, отсюда улучшается и тон кожи, цвет лица. И даже после однократно проведенного массажа клиент даже в зеркале видит изменения. Я вам даже больше скажу. Клиент чувствует уже, когда проработана только одна половина лица, уже чувствуется разница. Когда мы прорабатываем две, то визуально прям виден эффект. Но, естественно, этот эффект нужно закрепить. Ну, во-первых, это нужно сделать курс процедур, чтобы этот эффект держался. Плюс закрепит немедленно в данную минуту. И закрепляем мы этот эффект очень успешно маской, которая состоит из двух этапов. И вот у меня здесь на слайде вы видите тоже два продукта. Это продукт в тубе, это гель, и тканевая маска в саше. Гелевая текстура, она обеспечивает, во-первых, хорошую проходимость активных компонентов в глубокие слои кожи, и, во-вторых, эта гелевая текстура, она обеспечивает максимальное увлажнение. Поэтому сначала наносится гель на лицо и шею, а затем наносится тканевая маска, уже пропитанная активным составом. Гель содержит помимо увлажняющих компонентов и проводников еще альгин, поэтому эта маска после времени экспозиции застывает, и они скрепляются, гелевая и тканевая скрепляются между собой и начинают очень активно воздействовать на кожу, ну, как бы закрепляя вот этот эффект массажа. Кроме того, еще эмульсия в составе тканевой маски очень хорошо осветляет кожу, выравнивает ее тон. И в комбинации вот с миндальным пилингом, который тоже осветляет, выравнивает тон, мы даже после первой процедуры визуально прям видим такой эффект свежей, красивой, светлой такой сияющей кожи. Ну и через 20 минут эта маска уже снимается просто одним пластом, ну как любая альгинатная маска. И также в состав набора входит ампула завершающая, которую мы полностью впитываем в лицо, шею, декольте. Ну, вот такая полностью программа. Ну, давайте посмотрим на результаты. Вот наш пациент, и, конечно, мы видим повышение упругости кожи. Ну, вот особенно прямо вот видно носогубная зона здесь. Ну и в целом более такая подтянутая, более гладкая, а однозначно с более ровным тоном кожи. Это фотография в поляризованном свете, где мы очень хорошо можем рассмотреть именно текстуру кожи приближенно. И опять-таки мы здесь видим разницу в носогубной складке, мы видим уменьшение морщин, более гладкая кожа. И обратите внимание, вот в области щек, мы на это здесь вот на поляризованном свете я конкретно смотрела именно на морщины, но даже здесь мы видим, насколько ровнее стал тон, видите, какая здесь пигментация такая диффузная, такая россыпь, и здесь гораздо менее выраженная. А в другом свете мы видим очень хороший эффект лифтинга, конкретно повышение упругости кожи, и в общем и целом наблюдается более равномерный тон, уменьшение пигментации, это заметно. Более такая увлажненная, наполненная кожа, меньше стали морщины выраженные. И самое главное, основное, на что было рассчитано, это повышение плотности и упругости кожи. Это улучшение овала лица. Следующее исследование. И тоже оно касается коррекции возрастных изменений, но здесь уже мы больше цель работа конкретно с морщинами. Морщины мимические и статические. И здесь будет использоваться линия Time Expert Reads, это тоже уже готовая программа от Germaine de Cappuccini. Линия Time Expert Reads, она полностью основана на пептидных комплексах,
которые снимают мышечное напряжение, которые направлены на повышение упругости кожи, на стимулирование выработки коллагена, на борьбу конкретно именно с мимическими морщинами. Эти комплексы включают в себя и гексапептид, пентапептид, олигопептиды, тетрапептиды, огромное количество разных пептидов в этой программе. Эта программа, курс, рассчитанный на 30 дней, но в наборе средства для 3 процедур, потому что, в отличие от предыдущих, здесь процедура выполняется один раз в 10 дней. Если предыдущие выполнялись один раз в 7 дней в неделю, то здесь один раз в 10 дней. Но, естественно, как вы понимаете, работа с морщинами, ну, это не такая простая задача, да, и за 3 процедуры прям полностью избавиться от морщин будет сложновато. Поэтому здесь еще, конечно, использовались и домашние средства. Все эти 30 дней пациент также наносил домашние средства ухода. Но мы поговорим именно о том, что мы делали в салоне. Итак, пациент у нас, женщина, 37 лет. Нормальная кожа, склонная к сухости. Хочу добавить, дальше вот когда покажу фотографии, вы обратите внимание, что кожа очень уставшая, стрессированная, прям вот тусклая-тусклая такая. Мимические морщины, они выражены резко, обезвоженность очень сильная, даже есть легкие шелушения именно ввиду обезвоженности. Ну и, соответственно, очищающие средства из линии Options были взяты те же для сухой чувствительной кожи. А пилинг я здесь использовала из линии Expert Lab лактобионовый. Лактобионовый вообще пилинг – это пилинг универсальный, который является абсолютно всесезонным, который подходит без исключения всем, даже для суперчувствительной кожи, для кожи подростков с воспалениями, для сухой, обезвоженной. Лактобионовая кислота – это полигидроксикислота, которая работает очень деликатно. У лактобионовой кислоты тоже крупный размер молекул, поэтому она не проникает слишком глубоко, работает достаточно поверхностно, но очень эффективно в плане тоже удаления омертвевших клеток и выравнивания и осветления тона кожи. Также обладает очень сильным антиоксидантным действием и очень эффективно повышает уровень увлажненности. Если про предыдущие пилинги мы говорили, их нужно выполнять курсом, то лактобионового курса нет. Его можно выполнять постоянно, раз в неделю, в любой абсолютно процедуре, и зимой, и летом. То есть это такой совершенно универсальный продукт, который можно использовать вообще в любой абсолютно процедуре. И переносится он, конечно, тоже очень комфортно, и тоже никакого периода реабилитации здесь нет абсолютно. Дальше у нас программа РИЦ. Набор, тут у меня на слайде ошибка, не на 5 уходов, а на 3 ухода. И что у нас включает в себя набор продуктов? Первое – это сыворотка. Это очень активный концентрат, сыворотка, которая наносится конкретно на зоны мимических морщин. Причем наносится последовательно. Мы наносим на зону сыворотку, и в набор также входит вакуумный колпачок. У меня тоже вот он изображен на слайде. И этим вакуумным колпачком, ну, несколько есть движений, зигзагообразные, круговые и другие. Мы проводим массаж конкретно по этой морщине, до тех пор, пока не впитается полностью сыворотка. И ведем последовательно лоб, гусиные лапки, носогубные складки, шея, декольте. Проводим массаж на каждой зоне, полностью впитывая эту сыворотку. BTX3-пептин и TissueLactech – это как раз пептидные комплексы. Один комплекс, он в большей степени воздействует на мимические морщины, снимает мышечное напряжение. Второй комплекс в большей степени воздействует на внеклеточный матрикс, укрепляя вообще и улучшая в целом структуру кожи. После этого наносится массажный крем, который тоже входит в набор, и проводится
тоже авторская техника йога-массаж. Йога-массаж, который конкретно воздействует на мышцы. И благодаря этому массажу мы как раз тоже снимаем мышечное напряжение, расслабляем кожу, улучшаем кровообращение. После массажа наносим маску с технологией гидрогель. Это такая уникальная маска, которая накладывается на лицо, как вторая кожа, прям полностью прилегает, и она тоже очень гигроскопична, похожа она вот на пластырь. Мы отклеиваем верхний слой и приклеиваем эту маску вот прям как пластырь, и она начинает в кожу отдавать активный состав вот этих пептидных комплексов. И также здесь микродермоксин – это тоже пептидный комплекс, который включает в себя гекса- и пентапептид, и проколагестин-фил – это растительный комплекс, который включает в себя экстракт цветов спилатеса, акмелы спилантес – это растение, которое обладает ботулоподобным действием, и протеины сои, которые уплотняют, укрепляют кожу, стимулируют выработку коллагена. Дальше снимаем маску, и в состав набора входит завершающая эмульсия. Ну и в домашний уход была назначена ночная система глобальной коррекции морщин. Это три сыворотки, которые последовательно наносились на ночь каждый день. Ну и домашний крем. И мы получили замечательные, прям вот в прямом смысле слова, замечательные результаты. Причем здесь я хочу отметить, обратите внимание, что даже не только проведена работа успешная с мимическими морщинами, а здесь в целом воздействие на структуру кожи. И это даже более важно, потому что здесь конкретно прям изменилась структура кожи. Ну, во-первых, про морщины. Они не ушли в ноль. Если приглядеться, вот фотографию после, вот здесь есть, но они настолько уже незаметные стали, настолько менее выраженные. Ну, во-первых, пептиды, да, они работают, но плюс очень хорошее увлажнение, восстановление кожи, она стала более гладкой, она исчезла обезвоженность, она стала очень увлажненной. Благодаря еще и этому морщины, они стали менее выраженными, они стали менее глубокими. Также мы видим, и носогубные складки уменьшились. И в целом, просто прям даже вот на этой фотографии, конкретно прям сияющая кожа. Если мы посмотрим на гусиные лапки, и мы тоже видим их значительное уменьшение. И в целом, обратите внимание на текстуру, вот здесь, ну, прям явно выражено, если левая фотография прям заметны шелушение даже, вот такая прям неровность, сухость явно выраженная, то на правой фотографии мы видим прям вот гладкая, сияющая, ровная кожа. Это фотография в поляризованном свете, где мы можем более детально, я уже об этом рассказывала, более детально увидеть именно текстуру кожи. Вот если визуально смотреть на человека, вот такие мелкие детали мы можем не заметить, но в поляризованном свете очень хорошо видно, как разгладилась кожа, как разгладились мелкие морщины, как уменьшилась обезвоженность кожи. Вот в зоне вокруг глаз как раз мы видим очень явные такие изменения положительные. Ну и в целом, после проведения трех процедур один раз в 10 дней, плюс очень послушно проведенного домашнего ухода, этот пациент каждый день наносила сыворотки по определенной схеме на ночь и использовала дневной крем из этой линии. И в целом и в общем мы увидели, ну, значительное уменьшение выраженность мимических морщин, мы увидели более гладкую, увлажненную, сияющую кожу, абсолютно ушли шелушения, кожа такой приобрела прям здоровый вид и стала более упругой. Но здесь и была цель кожу как бы вот взбодрить, потому что здесь, как я помните, вначале сказала, у человека была очень такая уставшая и стрессированная кожа. И вот мы ее вывели на такой замечательный уровень.
Следующая тема исследования – это уже работа с комбинированной кожей, с тенденцией к жирности, с воспалениями, с покраснениями. И здесь у меня было сочетание. Сочетание продуктов из линии, ну, естественно, options – это очищение, это база, такая подготовка. Дальше это были продукты из линии Pure Expert и продукты из линии Expert Lab. То есть здесь я не просто взяла программу одну Pure Expert, хотя она выполняется программой, но здесь я еще включила продукты из линии Expert Lab, что показало тоже такую высокую эффективность. Проводилось также 5 процедур, один раз в 7-14 дней. Почему 14? Потому что здесь был пилинг, который требует немного больше периода реабилитации. И уже я смотрела по конкретно коже, как она реагирует, как она восстанавливается. И в каких-то случаях у меня приходил пациент через неделю, а в каких-то случаях приходилось встречаться через 14 дней. И также был назначен домашний уход в виде сыворотки из линии Expert Lab, направленную конкретно на себорегуляцию, на борьбу с акне, на увлажнение и на противовоспалительный эффект. Пациент, женщина 30 лет, комбинированная кожа, склонная к жирности, и здесь сейчас на фотографии все увидите, воспаление, пятна, очень неровный тон кожи, неровная текстура, раздражение и так далее. И какие продукты были использованы в этой программе? В данном случае я уже взяла очищающие средства из линии Options, но для жирной комбинированной кожи. Это гель и лосьон. И прелесть этих средств в том, что гель, он замечательно очищает, но не содержит огромного количества поверхностно-активных веществ, и поэтому ни в коем случае не пересушивает кожу. Он работает очень мягко и деликатно, это важно для жирной, а тем более кожу с воспалениями, с покраснениями. Бисабалол обладает очень хорошим успокаивающим действием, а экстракт цимицифуги как раз балансирует и антибактериальный эффект. Лосьон с АХА, БХ кислотами, но без спирта, поэтому тоже работает эффективно, но очень мягко. В данном случае я использовала пилинг S25 с 25% салициловой кислотой, которая как раз и направлена на борьбу с воспалениями, акне, обладает антибактериальным, очень хорошим себорегулирующим действием. Салициловая кислота, она жирорастворимая, поэтому она хорошо проникает и дополнительно очищает поры, но достаточно активный, интенсивный пилинг. Период реабилитации есть небольшой, есть шелушения мелкопластинчатые, ну и у каждого клиента по-разному проявляется реакция. Во время реабилитации кому-то достаточно 7 дней для полного восстановления, кому-то 14, и даже одному и тому же пациенту в разные периоды времени может потребоваться разный период реабилитации. Вот как с этой девушкой, с этой пациенткой, когда-то мы встречались раз в неделю, когда-то раз в 2 недели. Нейтрализатор. Дальше я использовала маску глубокого очищения из линии Pure Expert. Это маска, которая не просто очищает, она очень хорошо успокаивает. Вот как раз после активного такого салицилового пилинга эта маска, она прекрасно успокаивает кожу, снимает красноту, раздражение, балансирует, увлажняет, ну и, соответственно, дополнительно еще очищает. После этого был нанесен активный концентрат с салициловой кислотой и с пребиотическим комплексом. Этот концентрат можно наносить локально, можно на все лицо. Но так как у нас проблема на всем лице, наносила я его полностью на все лицо. И концентрат имеет уникальный такой сбалансированный состав, уникальную формулу, которая очень мощно подавляет развитие акне.
очень сильно успокаивает, убирает красноту, но при этом абсолютно не пересушивает кожу. Вот именно поэтому его можно наносить не только локально, но и на все лицо, потому что никакой сухости абсолютно не вызывает этот продукт. И на завершение также использовала эмульсию из линии Expert Lab SPF 50 с тоном, о которой уже рассказывала. Результаты, ну, здесь прям можно даже, наверное, не комментировать, да, здесь прям очень виден результат, очень довольная осталась пациентка. Во-первых, мы видим прям уменьшение воспалений, акне, и, конечно, совершенно по-другому выглядит кожа, абсолютно другой тон, он более ровный, более сияющий, кожа более гладкая. И здесь прям результат действительно налицо. Вот мы видим Т-зона, да, значительно меньше воспалений, значительно более ровная кожа, сузились поры, уменьшились комедоны, уменьшились воспаления. А здесь мы видим в ультрафиолетовом свете и смотрим, как уменьшилась пигментация. Ну вот, фотография до процедур, прям очень много темных пятен, и после значительно более светлый и ровный тон. В итоге, проведя 5 процедур, один раз в 7-14 дней, плюс сыворотка для домашнего ухода, мы увидели очень хорошие результаты, мы увидели значительное уменьшение воспалений, значительное улучшение тона кожи, прям на порядок стала кожа светлее, ровнее, текстура стала более гладкой, покраснения уменьшились, комедоны уменьшились и уменьшились поры. То есть в общем и целом кожа выглядит, конечно, значительно более здоровой. Вот такие вот, коллеги, программы. Конечно, это не все программы, которые есть у Жермен де Капучини, их значительно больше. Если есть вопросы по этим программам, либо по каким-то другим, пожалуйста, пишите сейчас в чате, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Или если есть вопросы по каким-то продуктам, тоже можете написать. Хочу также напомнить, что, как всегда, у нас для всех участников семинаров, вебинаров есть скидка 10%. На те продукты, которые вы сегодня рассмотрели. И этой скидкой можно воспользоваться в течение 5 рабочих дней. Ну и если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, связывайтесь с нашими менеджерами, на все вопросы мы ответим с удовольствием. Также воспользуйтесь интернет-магазином, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, в Телеграм-канал. Вот, и следите за расписанием следующих вебинаров, семинаров. Впереди много интересного. Ну, я вижу, что вопросов нет. Значит, в принципе, все было понятно. Спасибо всем за внимание.